сколько уж слов сказано о легенде нашей отрасли, об электростатической акустике квот ESL. Добавлю и свои, 5 копеек. Сегодня мы представляем обновленную модель квот ESL 2912. Это потомок легендарной ESL-63, которая в свое время произвела, пожалуй, если не переворот, то фурор в нашей отрасли. Это было в конце 50-х, начале 60-х годов. В итоге модель пережила и, к сожалению, своего создателя, но славу компании Quod она поддерживает достойно. Полный, абсолютно полный в частотном плане электростат, который воспроизводит весь спектр от 20 кГц до порядка 60 Гц. Вещь замечательна тем, что, пожалуй, не найдется в нашей сфере другой такой системы, которая бы позволяла очень точно отрабатывать короткие звуковые сигналы, точно отрабатывать атаку, звучание, что очень важно при воспроизведении музыки совершенно разных жанров. Но особенно, конечно, ей удается классика, живая классика, там, где требуется широчайший динамический диапазон. Вот, пожалуй, кредо акустики Quod ESL.